В Акмолинскую область с рабочим визитом прибыл уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана. Рустам Жорсунов встретился с главой региона и обсудил вопросы местного малого и среднего бизнеса. Также в ходе встречи поднимался вопрос авиасообщения региона с крупными городами республики. Аким области Эрмек Маржикпаев доложил бизнес-омбудсмену о состоянии предпринимательской сферы региона. В частности, он отметил, что в сфере малого и среднего бизнеса действует 58 тысяч субъектов, в которых занято 141 тысяча человек. Это треть от экономически активного населения области. Большое внимание уделяется поддержке малых и средних предпринимателей. Есть огромная государственная поддержка всему этому. Направление бизнеса – это вообще одно из таких, скажем, приоритетов нашей работы. Но за период действия дорожной карты бизнеса в нашей области поддержано порядка 5,5 тысяч бизнес-проектов общей стоимостью 280 миллиардов тенге. Такой серьезный портфель, да. В результате участия программы произведено уже продукция на 4,5 миллиарда тенге, создано 20,5 тысяч новых рабочих мест. Таковы у нас результаты. Я думаю, что это работа будет продолжена. Поднимался вопрос работы аэропорта областного центра. Планируется увеличение количества рейсов по действующим направлениям в Шымкент, введение воздушного сообщения с Атырау. Также обсуждалась проблема авиаперелетов в приграничные города Российской Федерации. Самолеты с двойной регистрацией не могут к нам прилетать. Если они прилетают, то мы обязаны их арестовать. Та же ситуация с Аэростаном. Сейчас Аэростан не может к ним летать в Россию. Только СКАТ летает с Казахстана. Так как у Аэростана также все самолеты зарегистрированы в Европе. Дело в том, что те рейсы, которые мы сейчас запустили на Шымкент, субсидируемые, они полны. А Актау полный. Это ненормально. Билетов до конца июля нет. То есть я буду просить комитет гражданской авиации искать, чтобы они цену увеличили за счет этого, чтобы субсидии, частоты больше рейсов стали. В свою очередь, уполномоченный по защите прав предпринимателей отметил работу по увеличению пассажиропотока авиагавани. Также Рустам Жорсунов поднял вопрос процедуры укрупнения малого бизнеса в регионе. Хотел бы акцентировать ваше внимание, что субъектов крупного бизнеса всего 1900, субъектов среднего бизнеса 2700. Это меньше, чем 0,1%. И вот с этой структурой бизнеса действительно это очень серьезный вызов. Именно в этой связи на последнем выступлении главы государства акцентировал внимание на необходимости уделения внимания именно укрупнению бизнеса, сосредоточению, переводу его в категорию среднего и крупного бизнеса. В ходе встречи, озвучивая обращение предпринимателей, Рустам Жорсунов добавил, что в настоящее время актуален вопрос развития микробизнеса в регионе, в том числе посредством организации нестационарных торговых мест. Расширение количества мест для торговли позитивно отразится на развитии конкуренции и будет являться фактором, сдерживающим рост цен на продовольственные товары, добавил бизнес-омбудсмен. Василий Павлиди, Медет Кайркенов, Кокши Акпарат.